Добрый день всем! Здравствуйте, мои хорошие! Рада всех видеть у себя на канале. Спасибо большое, что заходите. Не покидайте меня, поддерживайте меня. Очень нужна ваша поддержка. День настал. Дела надо опять делать какие-то. Отдых закончился. Дожди прошли. Выходим на улицу, дела делать. Я сегодня сбегала тут на рынок. Ну, рынок такой у нас небольшой. Так, ерунда, можно сказать. И тоже купила все по минимуму. Взяла себе гамаши на зиму. Свекрови взяла две пары носок теплых. Прям такие теплые. Она такая довольна по 150 рублей. Сходила к ней, зашла сразу, нарядила ее. Она прям счастливая. Вот. Ну что, две буханки. Хлебушку буханку взяла и батон. И сигареты. Я ходила за сигаретами. Вот эта проклятая зараза. Ну, ходила за ними. Ну, сейчас пойду на улицу, потому что в 11 часов дня у нас отключат свет, обещали. И будем заниматься травой. Пока травой. Картошку выйду завтра, скорее всего, я на нее. Буду копать одна. Сергей в поле сеет, а придется одной. Дети мне помогли, но помогли только выкопать часть. Остальная часть это предстоит выкопать мне. На что делать? Так, а сейчас выйду на улицу, буду бороться с травой. Вот трава это прям вот растет после дождей, прям вот она еще тепло, и все прет невозможно как. Что я сделаю, покажу вам кратенечко. Буду выдергивать эту проклятую, я говорю, не знаю, как ее еще обозвать. Портулак. Никогда не вросла она у нас, не было у нас. А в этом году и в прошлом году я даже удивилась, что же за трава. Где-то увидел в интернете, что это можно в салаты туда-сюда. А потом слышу, что, вернее, тоже прочитала, что не каждому найдет. Так что не нужна нам эта травка, пойду с ней бороться. Сейчас вам покажу, какую я себе еще купила на стол. Она, не знаю, кальяночка или какая-то вот, ну, небольшая такая. Вот она метр на 65 где-то. Красивые все продаются. Может, у вас нет таких, но у нас продают часто. Я себе взяла вот сюда, вот на столик сейчас застелю. На кухню не буду. Вообще на кухню ложить, но я не буду. Так что сейчас покажу вам. Да пойдем работать. Расстелила тут у себя на диванчике. Вот такая красота. Вот такая красота. Розы. Я же любительница роз. И торты у меня с розами, и везде у меня розы, и тут опять купила с розами. А хочу я застелить ее вот сюда, вот, на этот журнальный столик. Здесь я сижу, работаю сюда. Он у меня, конечно, очень старенький, но он стоит крепкий. Вот сверху обрежу и постелю по объему. Будет хорошо. Вот, а теперь пойдемте на улицу. А на улице, На улице будем сейчас вот эту подниму решетки опять я и выдерну все вот этот портулак. Вроде хожу ногами, чережу его, а он, зараза, растет там под решеткой. И откуда он взялся? Никогда, говорю, его не было. Вот он, да какой он собака. Прям вот сил нету, слов нету на него. Сейчас вот займусь прополкой. Поставила дуги. И укрыла свои огуречки. Тут у меня лунка небольшая, ну, как я показывала. Сейчас вот открою их. Пусть они днем греются, а на ночь буду укрывать их. Все, немножко до какой-нибудь вырастет огуречек. Помидоры, вот как видите, все стоит. Пока трогать не буду. Кабачки тоже. А это открою. Я тут ничем так резко... Вот. Им будет солнышко, затишко. Они тут будут расти. Вот такая вот. Жалко уж, больно. Еще, может, погода постоит, и огурцы будут. Намного не надо. Вот они, завязи еще есть. И тут вот много завязи. Вот и все. Сейчас вон там пропалю. В общем, я вышла на борьбу с травой. Бороться буду сейчас с ней. Усердно и крепко. А потом, скорее всего, начну уже копать. Буду брать лопату в зубы и вперед. Нечего ждать. За сегодня я должна вот эту делянку скопать. Если получится, конечно. Да вот беда. Я получилось бы, конечно. Но видите, что у меня тут произошло. Мои садовые вилы сломались. А тремя рожками как-то не того. Ой, а в город поедем, не знает. Мне уже сюда приварил тут один товарищ. Лапку я на эту сторону копаю. И вот сломалась нож, одна вилка. Картошку копали. И вот. Где-то я ее потеряла там. Она уже была приварена.
Ну, все подвалилось у меня. Вот так вот. Вот так вот, товарищи. Вот сколько травы. Вот это все надо прополоть. Быстро все зарастает, мгновенно. Получается, не пойми что. Я это не люблю. А раз не люблю, значит, надо работать. Вперед, Валюша, вперед. Не расслабляйся. Еще скоро зима. Еще потопчемся месяц хороший, пока все дела поделаем. А что делать? Надо работать. Такой работы нету, а значит, дома дел полно. Вот он и тут, портулак. Я, да что это такое? Что это такая трава? Это прям сил нету с ней, а? Кошмар. Никогда не было, а это вот появилось. Начала бой с этого места и говорит, что же тут за помидоры растут? Поглядела, они почти уже все вызрели. Взяла их вон, хедрени фени, и повыдергала половину. А эту небольшую часть пока еще оставила. Тут она более-менее зеленая. Пусть побудут. А вот эту кучку переберу. Половину курям отдам, желтые вот эти все. Я их никуда не буду использовать. Они мне не нужны. Прополола вот эту часть. А здесь вот росло два куста у меня смородины. Этим кустам лет уже по 6. Вот такую дрянь я выписывала в садах России. Вот это красное, а это черное. Заболевают, засыхают, толку нету, обсыхают. Ну, в общем, мое терпение кончилось. Я их уволила. Сейчас здесь вот вытащу и пропалю. И перейду, наверное, туда, на ту сторону. Буду поднимать решетки и там под ней убирать и травку эту. А эта кучка пока поваляется. Она никуда не денется. Тут всего вот ведра 2 помидор будет. Зеленых и желтых. Много порченных, поэтому я говорю, они здесь вот совсем не нужны. Лопнутые, вот дождей по все полопались. А эту немножко оставлю, пусть побудет. Тут еще они вот крупные есть помидоры. Здесь еще более-менее постоят. Ветер что-то у нас дует. Что-то, наверное, дует, как бы дождя не было. И солнышко спряталось. И вот такую кучу я уже накидала ботвы от помидор. Так что я тут, ребята, работаю. Не сижу на диване. Идет у меня фронт работы. Травы было что-то много, земля сырая. И вот прям как бы я, как говорится, с места на место ее не пересаживала. Но немножко подвидает она все-таки, подсыхает. Бархотки, наверное, тоже побудут немножко. Там видела, девочки сушат. Для чего, не знаю. Тоже надо сушить, а потом посмотреть видео. Может, кто узнает, для чего. Ну, чай пить, согласна. А что еще с ними можно делать? Именно сушеными цветами бархотки. Или майоров, наверное, так еще их называют. Здесь я тоже закончила. Осталось только мне бросить решетки. Вон сколько травы в тачке. Набрала вот здесь вот рядышком. Эту часть прополола. И здесь все убрала. Сейчас брошу решетки, замету немножко и все. Пойдем на обед. Показываем, как все сейчас теперь у меня выглядит. Все чистенько пойдет. Скоро все равно зима. И здесь убавила немножко клумбу. Раскидала землю. Здесь росла у меня елочка. И я ее выкинула недавно, так и показывала. А это убрала узела. А то больно широко. Тут, в общем-то, ничего такого не растет. Однолетки. Вернее, эти весенние только крокусы. Тут мускарики. Всякая ерунда растет. Вот. А еще здесь порядок навела. Навела. Убрала отсюда кашпо. Были у меня 2. Ой, ветер у нас сегодня дует. Здесь тоже кашпо стояли, я их убрала. Рассыпала землю. Все это дело прополола. Вот такой фронт работы. На сегодня. Копать уже не буду. И эту сторону тоже прошла, все прополола. Все теперь чисто, без травы. Как-то так. Как-то так. Ветерек дует, земля сохнет. Пора на картошку.
Пора, пора, красавица. Ой, какие. Ой, не могу. Красота. Красота. Сейчас приходила одна тут ко мне за геранью и увидела, что это за цветы. Я, ну что, однолетние флоксы. Ой, теперь тоже буду сажать. Ярда, нагнись и понюхай, как они еще пахнут. Она нагнулась, все, говорит, на будущий год я буду сеять. Вот не знаю, мне может попробовать туда подложить. Сейчас подложу тряпочку. И пусть туда семена падают. Может, соберу своих семян. А то так я их не вижу. Сейчас я под них подложу. И пусть они туда ссыпаются. Эти дни должны быть сухие, без дождей. Будем свои собирать семена.